Всем привет, друзья! Сегодня хочу сделать обзор профессионального инструмента для проверки батареи. Тестер батареи. И также хочу поговорить о батарее и предыдущем видео. Под предыдущим видео много было комментариев, где написали, что нужно прописать батареи, есть утечка и так далее. То есть написали все, что возможно, кроме того, что батарея может быть бракованной. Значит, специально для этого, друзья, рассказываю, батарею нужно прописать в сервисе только тогда, когда вы меняете батарею в официальном сервисе, и в официальном сервисе там подтверждают замену батареи. Вот сейчас показываю. Вот здесь, посмотрите, в обслуживании, где здесь есть 35 пунктов обслуживания, есть пункт батарея. И вот, посмотрите, вчера я подключился к батарее. Обратите внимание на батарею. Замок зажигания не открыто. Замок зажигания не открыто. Конкретно для этой функции не важно, замок зажигания открыто или нет. Ручной выбор, Mercedes E-класс. Вот, неважно, открыто замок зажигания или нет, все равно подключается. Подтверждение замены якобы. Вот, я их в центр не подключаю, это долго, нужно открыть ноутбук и так далее. Сразу показываю вот здесь. Вот, посмотрите, вчера я подтвердил замену батареи. То есть здесь только информация, сколько прохождения электрического заряда, сколько ампер-часов. И все, больше нет информации. То есть, друзья, вот, посмотрите. 0 ампер-часов. То есть, считаем, что батарея полностью новая. Почему нужно подтвердить замену батареи в сервисе? Потому что, друзья, в сервисе на батарею дают гарантию. В сервисе записывают, когда вы меняли батарею, в котором году, сколько проработала батарея, сколько часов. Все это надо для гарантии, для сервиса, для записи, чтобы они знали, когда меняли вашу батарею. Если вы снимаете батарею 80 амперов и ставите 80 амперов, ничего не нужно менять и ничего не нужно подтвердить, так как вы меняли не в сервисе. Даже такого пункта нету, только есть подтверждение батареи, и вот счетчик обнуляется. Прохождение электрического заряда. Больше все, друзья, больше ничего не нужно делать. Во-первых, вы не имеете права на автомобиле, где по ВИН-коду идет 80 ампер часов, ставить 100 ампер часов. Этого нельзя делать, во-первых. Потому что заряд не рассчитан на 100 ампер часов. С этим разобрались. Насчет утечки. Также я покажу, что на этом автомобиле нет утечки. Вчера я ездил 10 километров. Буквально на минуту зашел в дом, вышел, даю зажигание и все, приборка полностью гаснет. Утечка такая? Утечка 60 ампер часов? С этим разобрались. Я подтвердил, как вы просили, я подтвердил замену. Посмотрим, пусть будет работать нормально. Я тоже хочу, чтобы работал нормально. Вот, скачки. Скачки, ничего не подключено. Только подключено ОБД. Все выключено. Замок зажигания не открыто. Все, друзья, с этим разобрались. Давайте сейчас покажу вам тестер батареи. При подключении идет поле 20 ампер. Расход, поэтому здесь, ну, это рассчитано на 10 ампер, и предохранитель сразу сгорает. Вот как-то так. Другого варианта нету. Либо нужно другой тестер, более мощный. Все сгорел. Здесь тоже. Пипец просто. Хотел проверить утечку тока, но при подключении автомобиль потребляет более 20 ампер тока, поэтому тестер просто не выдерживает, здесь максимум 10 амперов. Поэтому у друга есть мощный тестер,
там клещами. Вот как это, вот такими клещами есть тестер на более мощный, можно там 50-100 ампер измерить. Будем потом через этот тестер измерять, а это не годится, это максимум 10 амперов. Так, это также вот этой фирмы, которую я купил, TPMS сканер, и сделал обзор, ссылку оставлю в описании, тоже та же фирма, купил вместе. Так, вот такой классный кейс. Здесь у нас инструкция BD715, это модель. Инструкция нам не интересна. Вот такой разъем, толстый кабель. Да. И вот сам тестер. Так, батарей анализер. Точно. Так. Подключаем плюс и минус. Так, 12,33 вольт. Нажимаем подтвердить. 12,24. В нашем случае 12. Регуляр старт-стоп. Да, у нас старт-стоп. Будем считать, что не в машине. Потому что сейчас все выключено. Ничего не работает. Спереди, сзади, спереди. АГМ. У нас ЕН. Выбираем, у нас 800 ампер часов. И нажимаем ОК. Так, 12,3. Так, ниже что есть? Жизнь, типа емкость, 86%. А заряд 65%. То есть, да, если посмотреть, вот из 800 ампер часов 683. Это неплохо, да. Если так посмотреть. Но почему себя так ведет? Я не знаю, друзья. Также можем, знаете, что делать? Также можем вот проверить с более дешевым тестером. Так, это профессиональный тестер и стоит дорого. Это более дешевый тестер. Здесь 3 в одном. То есть здесь и зарядка, и тестер, и восстановление. А это только тестер. Так, запомним, значит, емкость 86%, заряд 65%. Можем еще раз, на всякий случай, быстро. Посмотреть. Так, ниже. Так, то же самый результат. Хорошо. Сейчас давайте подключим, друзья, более дешевый вариант. Это у меня давно есть, но это я уже буду продавать, потому что купил зарядку 35 ампер. И это мне уже больше не нужен. Так, давайте, значит, подключаем плюс. И подключаем минус.
вне салона. Обычный АКБ, АГМ, плоского типа ЕН 800. Так, 12.28. Зарядка. Вот видите, вот, вот это уже невероятно. Вот это уже невозможно. То есть здесь пишет, что жизнь 100% это невозможно. Это 100% я говорю, что невозможно, потому что батарея уже еле-еле работает. То есть 100% емкость, то есть больше, чем 800. И заряд 46%. А там была 65%. Так, еще раз. Сейчас 90 уже процент емкость и 51% заряда. То есть, друзья, по сути, это можно считать несерьезный аппарат. Скачки идут. Давайте еще раз для окончательной проверки еще раз попробуем вот это. Так, быстро. Ниже. Вот, друзья, 85 и 60. То есть нет такой разницы. Здесь скачки большие, но как зарядка неплохой. 5 амперов заряжает. Вот это уже профессиональное устройство и проверяет правильно. И здесь погрешность почти очень минимальна. Кстати, друзья, на всякий случай проверили еще раз. Опять 86-61, то есть показания не меняются и погрешность минимальна. Все, друзья, на этом. Потом я сделаю видео и покажу также, как проверить утечку. И заодно и покажу вам, что нет утечки на этом автомобиле. Все ссылки оставлю в описании. И ссылку на этот товар оставлю в описании. И на этот, и обзор на этот. Все, в общем, все ссылки оставлю в описании. Всем спасибо и удачи на дорогах.